Мымра. Саш, где Мымра не двигается. А я думал, она с тобой. Что ты с ней сделал? Вот она исчезла, все. Я думал, Мымра с тобой. Мымра разделилась на несколько колтунов. Господи, что же это такое? Все, Мымрочку поймали, собираемся ее вычесывать. Но ей страшно. Пришлось опять ее... Ой, прятать. Мымра, не бойся. Мымрочка. Моя девочка. Мымрочка. Пойдем. Мы, наверное, пойдем в вагончик, потому что она чуть писканула, ей страшно, чтобы ей было поспокойнее. Посмотри, сколько на ней колтунчиков. Да вообще, она вся сплошная колтунчик. Мымрикс, ну чего, нам нужно тебя вычесать, ну чего такое? Глянь, как ей страшно. Мымра, все нормально. Короче, ей очень не нравится в стае с другими собаками, и она из-за этого нервничает. Малышка. Ну, когда мы ее ловили первый раз, она меня покусала. Когда она аж дикая вообще была. Сейчас она хотя бы дается. Мымра, да не бойся. Ну, нам же нужно привести тебя в порядок, а? Посмотри. Угу. Ладно, давай буду ее вычесывать. Ой, какой. Она заняла место картошки. Ага, ну, потому что тут спокойнее, другие собаки ее не достают. А картошка ревнует. Мымра. Посмотри. Ужас какой. Глянь. Ну да. Кошмар какой. Ну что делать, если я не давалась? Потому что боишься, мадам. Она в принципе любит, когда спокойно все. Когда собаки начинают на вкусняшки собираться, ее что-то вкусняшками приманить, то она начинает нервничать. Мимо. Мы ее показывали на диване, ну, когда у нас было с ней видео, да, на диване? Угу, да. Но никто не захотел забрать себе Мымрочку. И она до сих пор в приюте. Скажи, я хочу сосисочку. Да. Сосисочку хочу. Мымра, у нас есть подписчики, которые передавали тебе сосисочку. Мы так-то тебе давали, но на камеру еще дадим, да? Может, это тебя чуть развеселит? Скажи, да, вкусная сосиска. Пока не поваляет, не съест. Села. Какие у нее лапы пушистые. Сейчас все будем подстригать, Мымра. Не дадим тебе ходить с такими лапами. Кошмар, посмотри. Да. Просто ужас. Как ты такая живешь пуховая? Тебе же жарко. Чего ты не даешь себя вычесывать? Малышка. Пипец. Она как этот, какой-то пуховик на ножках. Ходячий. Комок шерсти с ногами. Угу. Мымра, с тебя носки хорошие получатся и все остальное. И пояс можно сделать. Посмотри. Вообще кошмар. Добыча. О, скажи, о, что, успокоилась теперь? Теперь не страшно? У нас смена рук. Теперь у нас еще одно спа для Мымры. Спа для Мымры, да? Слышит, 4 руки. Ага, не ус... какой? 6 рук, я уже отдыхаю. Да, тут... Ой, муха сидит. Мымра, что ты не прогоняешь муху? Она даже не шевелится. Мымрочка, придется ей морду подзавязать. Она нервничает из-за машинки. Но без машинки мы ее не отстрижем. Поэтому... Не бойся. Не бойся. Все. Сдалась. Страшно. Все-таки машинка это страшно. Может его укусить. Будет сложновато, конечно. Потому что у меня только не допустки за ушами не есть. Что поделать. Ну вот а что делать? Она такая пугливая, вычесывать надо постоянно. Ну, как тебе? А так она кусает. Да. И главное, дает. Вкусняшки она берет? Угу. Вкусняшки берет. Низкий кушает нормально. Как пытаешься поймать, так у нее сразу. Спокойно, аккуратненько. Это же дурацкая машинка. Ага, придется держать, короче, снимать не получится. Бегуся, сегодня все силы работников направлены на твое вычесывание, да? Да. О,
внимание девушек все твое. Красавчик. Ага, у Вигуси тоже много пуха. Это только началась, потом мы еще покажем, как будет она заполнена. Потому что у Вигуси много шерсти. Ну, кстати, позднее всех, по-моему, начал линять. Да. Ладно, вычесывать я к вам еще приду. Угу. Мымра, пока мы ждем Александра, я буду тебя вычесывать, пока девочки бегом заняты. Да. Раз уж ты такая нервная, придется тебя держать. Мымра, успокойся. Ну, короче, дикушка дикушкой. Судя по тому, сколько волос я вычесываю из Мымры, мне кажется, можно устроить соревнование, у кого будет больше, у нее или у Бига. Потому что в тебе очень-очень много волос, Мымрикс. Мымрочка. Сонное царство. Все миски гордо перевернули. Молодцы. А что тут происходит? Голуби. Ага, я вижу. Видишь, у меня подушечка. Бегуся, балдеешь? Под заботливыми женскими руками. Классно. Ого, сколько. А я уже конкурс собиралась это устраивать. У кого больше будет, у Бига или у Мымры? Потому что у нее уже тоже у меня почти полная. Угу. Нет, Биг, все-таки ты победитель. Главный производитель шерсти в приюте. Мы тут вычесываемся. Мама уже подуспокоилась. Машинка все равно вряд ли сейчас получится. Вот. Поэтому я аккуратненько ее вот стригаю, что могу так. Между пальчиков, скажи, шерстка нам не нужна, да? Что здесь слишком много шерстки между пальчиками? Осталось еще маникюр, мне нужна эта. Как ее называют? Пилочка? Пилочка, да. Пилочку для ногтей, пожалуйста. Мымра. Саш. Где она? Мымра не двигается. А я думал, она с тобой. Что ты с ней сделал? Вот она исчезла, все. Я думал, Мымра с тобой. Мымра ушла. Разделилась на несколько колтунов. Господи, что же это такое? Вот так вот подстригли ее машинкой, и она пропала. Это был один большой кольтун. Вот так вот. Мымра, сколько с тебя шерсти? Мымра пузиком. Ты еще сидишь, злобствуешь, да? Да, осталось ее отнести на ту территорию и все. И мы покажем, какая она красивая. Пошли, потащили пузиковну. Вычесать, красиво. Мымру придется зафиксировать. Дело в том, что мы ее еще не вычесали полностью. Она не отлиняла еще. И да, и нужно будет ее дочесывать. Может еще достричь где-то. Видео, к сожалению, не получится сделать. Некому было делать видео. Мы вдвоем еле-еле справились. Так, ту-ду-ду-ду-ду. Сейчас кто-то кого-то укусит. Сейчас кто-то кого-то как тяпнет. Не тяпнул. Так. Глянь, какая женщина красивая. Оп. Она уже сидела на цепи. Оп. 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 Нет, Мымра, тебя придется лишить свободы ненадолго. Она сидела, кстати, на этом. Слушай, месте. Глянь, я то ухо сильнее подстриг, одно сильнее, а ты не, ты меньше. Голова сейчас маленькая. Толстенькая, глянь, нет, просто вижу ее как будто флюс. Ох, сейчас она тебе клацнет, Бумочка. Батон, уходи отсюда. Батон убежал со своего места, все, будет Мымра сидеть, да? Мымра. Мымра? Друзья, не забывайте подписываться. Пишите комментарии, ставьте лайки, выбирайте себе друга из наших подопечных и будь добру!